сейчас мало времени, сейчас долго. У нас тоже у вас вопрос, почему дети у нас заходят не через основную дверь, а лазят все, как обезьяны? Кто сверху, кто снизу вот этой конструкции? С этим уже боремся второй год. Сразу ставлю в известность, что подписание прокуратуры получено, что у нас теперь наличных денег не будет. Будет вводиться система киберпитания. Поэтому мы будем проводить собрание и говорить, что все дети теперь будут заходить в полуток по киберкарте. Мы не будем заходить. Мы не будем заходить. Нам она не нужна, киберкарта. Нам карта не нужна. Понимаете, у нас питание будет только через киберкарту. Нам не нужна эта система. Мы хотим просто зайти через дверь. Или нам через окно. Почему заходить? Нам... Подождите. Почему мой ребенок, как обезьяна, перелазит через турникет? Он имеет право попасть в школу. Я не буду потише. У нас в Керчи произошел несчастный случай. Да, и вот сейчас, что случись, двери закрыты, никто не может выйти. Организация, которая здесь ведет пропускной режим. Мы соблюдаем безопасность. Боже мой, какая безопасность! Вы вообще видели утром сейчас? Вы сейчас выйдите, они все через турники, дети, а дверь закрыта. Все это 928 человек. И 928 человек из них только 30% не имеет карты. Это не все. Я имею право попасть, мой ребенок имеет без какой-то киберсистемы, имеет право пройти. То есть это что, предписание прокуратуры? Причем тут питание? Она у меня с собой кушать носит, ей не нужна никакая карта. Ей не питание, она ей нужно попасть в школу. Просто в школу. Нам что, через окно можно заходить, если мы на первом этаже учимся? Вы должны приложить карту. Мы не должны ничего. Где это написано? Где это написано, что мы должны? Где это написано? Предписание прокуратуры. Где? Да выдайте всем детям киберкарты тогда. Выдайте. Мы даем возможность созвонитесь. Заключить договор, получается... Нам не нужен никакой договор. Я не собираюсь за договор заходить в школу. Откройте дверь. Мы пойдем в прокуратуру, откройте дверь. Вам другое будет предписание. Открыть нам дверь. Чтобы мой ребенок лазил не через турникет. Потому что мне не нравится, что она вот так лазит, либо вот так. Она что, обезьяна у меня в школу вот таким образом заходить? Откройте дверь. От нас одно требование. Откройте дверь в школу. Мы соберем собрание и все вам объясним. Не надо нам ничего объяснять. Мы сейчас пойдем в прокуратуру. Следующее предписание будет открыть детям дверь. Все вам. Я слышал, дверь хорошо. Откройте нам. У вас есть все возможности. Завтра, если завтра будет дверь закрыта, мы пойдем в прокуратуру. Да я сейчас пойду. Значит, мы сейчас пойдем. Вы нас не слышите. Заключите договор, чтобы зайти в школу.